Тем временем в Югре продолжает снижаться число новых случаев коронавируса. За последние сутки выявлено 190 заболевших. Последний раз такое количество заразившихся в Югре выявляли 6 октября. В этот раз новые случаи зафиксировали в 19 муниципалитетах. При этом лидерство удерживает Нижневартовск. Здесь 50 заболевших. В Сургуте 24, в Урае 15, в Мегионе и Нефтеюганске по 14, в Ханты-Мансийске 13, в других городах и районах 11 и менее заболевших. На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения инфекции в Югре на 0,02 ниже единицы. Более 52% коечного фонда ковидных госпиталей с учетом запланированных к развертыванию свободны. Состояние 100 пациентов тяжелое, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли 8 человек, вылечились 191 югорчанин.